В национальном конном парке «Русь» уже третий год подряд под патронатом Министерства социальной защиты населения Московской области проходят праздники, приуроченные ко Дню защиты детей. Здесь были организованы различные мастер-классы по росписи и изготовлению игрушек. Желающие могли заглянуть внутрь настоящего спускаемого аппарата космического корабля. Каждый уголок парка был продуман до мелочей, чтобы детишки чувствовали, что это их праздник. Во всяком случае, мы старались сделать все для того, чтобы здесь детям было радостно, чтобы они плодотворно провели этот день, чтобы у них было хорошее настроение, и хорошо, что нам погода это позволяет. Также для ребят были организованы посещения цирка, контактного зоопарка и конкурсы. Артисты эстрады поднимали общее настроение, а различные московские вузы показывали детям новые разработки в нанотехнологиях. Со сцены всех присутствующих поздравил с праздником глава Ленинского района Олег Хромов. А уже после мы задали ему вопрос, что необходимо сделать взрослым, чтобы дети чувствовали себя защищенными не только в этот день праздника. Здесь создана такая достаточно большая инфраструктура для того, чтобы провести отдых с детьми, чтобы нашим детям было комфортно, чтобы им было весело. У них всегда на лице присутствовала улыбка. Наверное, нужно вкладывать свою душу, вот чтобы это не было просто для проформы. Это очень важно. Лето наступило, а это значит, что пришла пора каникул и хорошего настроения. Олег Федоров, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».